приглянулась. Да, юноша. Иногда лучше вообще ничего не купить. Как ты опередил нас? Нам сказали, что наш путь единственный между этими мирами. Может, для вас единственный, а мы, гномы, умеем удивлять. Это не ответ. Верь в волшебство. Ведь когда накопишь столько знаний о магии, тебя уже ничего не будет удивлять. Где искать редкие материалы, как создавать из них вещи, поражающие воображение. Новичку это покажется магией. Ну да, это магия. Теперь доволен? Синдри, ты всегда был такой... Чистюля? Если бы. Нет, я был таким же неряхой, как любой гном. Пока однажды мудрая ванская колдунья не открыла мне глаза. С помощью магии она выяснила, что вокруг нас полно крошечных созданий. Таких маленьких, что их и не увидишь. Да ну! Это правда. И если они попадут к тебе внутрь, ты заболеешь. Но колдунья сказала, что есть одно дерево, дуб. Оно является естественной защитой, не дает мелким созданиям размножаться. И теперь все рукоятки я делаю из дуба. Я все предусмотрел. Ну, за работу. А почему Брок синий, а ты нет? Сын. О, это весьма хороший вопрос. Видишь ли, мой брат не такой осторожный, как я. Он предпочитает работать с металлами, с голыми... С голыми руками. Без перчаток. Говорит, иначе у него ощущения не те. Конструктивным серебром Тима меняет цвет кожи. Навсегда. Но не стоит с ним это обсуждать. Он иногда такой ранимый. Может, помиришься, наконец, с братом? Я? Помирюсь? Но он же упрямый болван и не думает меняться. Он говорит про меня ужасные вещи и стыдится собственных творений, которые, кстати, и правда так. Он винит меня в том, в чем я не виноват. А? Пример. Прошу прощения. Мне нужно успокоиться. Что сказал? Я молчал. Правда? Ну ладно. Мать говорила об этом мире. Немного. Только то, что эльфы вечно сражались за свет. И потому они здесь заперты. Ничего тебе не говорил. Странно, мне показалось, что ты... Что с тобой? Голоса! Ты их не слышишь? Ничего не слышу. Теперь стихли. Они все кричали. Целая толпа, злая. Ты правда ничего не слышал? Нет. Они... Злые.
Смотри, может, поздороваемся? Нет. Вдруг им надо помочь? Они нам не помеха, так что не стоит тратить время. Но вдруг... Нас их дела не касаются. Погляди, наверное, это и есть храм. Жаль, эльфы не могут все уладить. Альфхейм прекрасен, но война уродует его. Ты смотришь глазами ребенка. На войне для солдата красота – это кровь его врага. Остальную часть души он теряет, на время или навсегда. Ты много знаешь про войну, правда? Войны ведут по двум причинам – ради выживания или выгоды. Более опытный воин может выиграть бой. Но войны выигрывают те, кто готов пожертвовать всем ради победы. Thank you.
Атрей, сюда! Да, отец! Мы справились!
это? Синдри сказал, мама была воином. Она тоже воевала? Вроде того. Враги уничтожили ее семью, и выжила только она. Да, она шла по пути воина, но ее целью было выживание в суровом мире, пусть и в одиночку. И поэтому она попросила Синдри и Брока сделать топор? У нее была сила владеть таким оружием и мудрость применять его только во благо. Она обрела цель защищать слабых. Значит... Она помогла бы эльфам? Нет. Come on.
Отец, берегись! Волшебный замок. О, вот это находка. Отец, а кто-нибудь еще слышал голоса? Я знал отчаявшихся людей, которые, когда на нашем корабле закончились припасы, стали пить морскую воду. Они клялись, что сирены, злые существа, которые пели им, на самом деле их жены и дочери, и что они зовут их домой. Они рискнули нашей жизнью, направив корабль на рифы. И как вы им помогли? Мы бросили их за борт. Ой... Ну, хорошо, что я не пил морскую воду. Да? Это так. Ого, тут тоже есть чаша с песком. Что там сказано? Без меня или во мне только смерть ты найдешь, но со мной внутри жизни свет обретешь. Но... Тут нигде не трун. Надо искать. Назад в лодку. Синяя дверь. Наверное, это вход. Идем. Осторожней. Что они делают? Мост исчез. Они накрыли этим кристалл. Зачем? Чтобы не пустить подкрепление. Берегись, темный эльф! Thank you.
можно починить там. Вроде что-то получилось, кажется. Приготовься! Потому что мы чужаки. Если сложить вот так, похоже на руну. Бессмыслица. Идем назад к чаше песка. Что это? Отец, столбы и кольцо складываются в руну эльфов. Что там сказано? Без меня или во мне только смерть ты найдешь. Но со мной внутри жизни свет обретешь. В общем, это вода. Мальчик! Это снова голоса, но уже другие. Это были не злые. Они просили им помочь. Мы пришли за светом. Мне плевать, кто они и чего хотят. Да тебе на все плевать. Хочешь что-то сказать? Нет. Друга. Что это? Ого, что мы нашли? Да. Те голоса. Их было сложно разобрать, но я уверен, что слышал голос мамы. Это невозможно. Но я слышал. Атрей, хватит. Этот другой. Какие рога. Назад, быстро. Это не к добру.
темный эльф! Подходи к клеткам. Но почему их заперли? Отрей сюда.
Приготовься! Очень хитро. Этот коридор приведет нас к храму? Посмотрим. Но ты был неправ. Да. Я маму ни с кем не спутаю. Это была она. Ее больше нет, мальчик. И хватит об этом. Ладно.
Держись, мальчик! Сражайся! Жаль, что ведьмина тетива уже не поможет. Ведьма жива? Плохо, если она погибла из-за нас. Она знала, на что идет. Ну да. Еще. Если обрубить часть, мост должен появиться. Точно. Они нападут. Ага. Yeah.
зеленый эльф! Прикрывай спину. Я что-то вижу.
вижу, наверху. Может, эта штука нас поднимет?